в Италии. Мужчина – это, во-первых, мужчина, который очень харизматичен, он весел, он уверен в себе. Вот, мужчина, который ищет приключений. И вот для того, чтобы подчеркнуть внутренний мир именно истинного мужчины-итальянца, создали, марка создала аромат Ома. Ароматный древесный по семейству. Кстати, аромат очень покупают, почему-то его мужчины любят. А почему, скажу. Это те ароматы, именно вот фужерные звучания, пряно-древесные звучания, именно вот с ярко выраженной мужской гранью. Но в то же время в нем есть легкость благодаря нотам малины. То есть малина, фруктовая грань, она смягчает это пряно-древесное звучание и добавляет немного игривости. Но вообще аромат вот у нас покупают с удовольствием. Во-первых, он очень стойкий, вот, это 100%. А во-вторых, он действительно мужской, с мужской харизмой. Основные ноты – это малина, древесина, аккорды моря, палисандр и кожа.